Синоптики уверяют, уже завтра в страну придет теплый воздух из южных широт. Днем в некоторых регионах потеплеет до 24, в субботу будет дождливо, но до плюс 27. В воскресенье днем по юго-востоку ожидается и вовсе 29 градусов выше нуля. На следующей неделе характер погоды сохранится. И пусть пекло еще предстоит, солнце уже то и дело выглядывает из-за туч. И позаботиться о своей коже нужно уже сейчас, поэтому перед выходом лучше нанести SPF-крем. В Норвегии оползни унесли в океан 8 домов. Чрезвычайные службы успели эвакуировать людей. Сотрудников Управления водных ресурсов и энергетики призвали оценить опасность в районе. От этого будет зависеть, когда спасатели смогут приступить к работе. Северная Осетия приходит в себя после сильнейшего урагана. Накануне из-за ветра и сильного дождя сразу в нескольких регионах возникли проблемы с электричеством и газоснабжением. Люди в некоторых городах до сих пор сидят без света. Завтра в Бобруйске синоптики обещают облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер южный, днем до 21 тепла, ночью от 9 до 11 градусов, плюс небольшой дождь. Кристина Рианс, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.